Перестройка в Кремле, честно говоря, я так долго этого ждал. Это и символически, и это экономически, и политически очень важно. Когда построили дворец съезда в Кремле, ЮНЕСКО сняли на задовольствие. А раньше это входило в 7 из 10 чудес света. Кремль – это величайшее сооружение, построенное народом, построенное самыми лучшими зодчими, как итальянскими, так и русскими. Поэтому восстановление, оно очень правильное, политически важное. Я за это. И во всем красивые монастыри, красивые истории. Пусть это будет восстановленные, пусть это будет не реставрированные, но они все равно будут нести какую-то ауру позитивную и будут создавать людям какую-то благодать, удовольствие. Это вообще Кремль принадлежит народу и даже всему миру. И если сегодня это восстанавливается, будет снова вернуться эти монастыри, и даже если будут там ходить монахи, это будет вообще красивая, необычная, фантастическая история. А чиновники, ну что их жалеть? Они и так много получают. Есть старые площади, есть огромное количество районов в Подмосковье, где их можно поселить, они спокойно будут зарабатывать свои те же самые чиновничьи деньги. Ничего с ними не случится. А вот жить в Кремле и смотреть на весь мир и поплевывать потолок, ну пусть поживут как бы как все люди, знаете, как народ.